Привет! Сегодня будем делать гидрофильное масло для снятия макияжа. Для этого нам понадобится полисорбат 80, масло абрикосовой косточки, масло миндальной косточки, флакончик любой, неважно какой, этот у меня на 50 мл. И для удобства возьмем, отмерять, чтобы было удобно, возьмем вот такой вот шприц на 20 мл. Итак, берем 20 мл масла абрикосовой косточки и 20 мл масла миндальной косточки. Масла мы отмерили, теперь добавляем сюда 8 мл полисорбата. Вот такое масло у нас в итоге получилось. Перед применением обязательно не забывать его взбалтывать и наслаждаться красивой, прекрасной кожей. Все ссылки на товары, которые я сегодня использовала в мастер-классе, я купила в магазине Мылоопт. Все ссылочки на эти товарчики я оставлю внизу под видео. Всем спасибо за просмотр!